если честно, я большая фанатка Mercedes-Benz Fashion Week. И сегодня первый день недели моды осени 2018. И мы узнали у гостей, сколько стоит их шмот и на какие показы они пришли. It's a rainy night coming late out of the dojo. No lights dark out on the parking lot. Looking for my car, thought I left it here before. На какие показы вы пришли и вообще как вы достали пригласительные? Мы пришли на показ Маши Крафт. Пригласительные. Меня подруга пригласила, ее сестра. Маша Крафт — это моя сестра родная. Мы шли на показы лаборатории Зайцева, да? Как вы достали пригласительные? Нам помог друг. У нас девочка знакомая здесь работает волонтером, и мы, собственно, через нее. Мне дали по знакомству пригласительные. Вот расскажите, сколько стоит ваш лук? Штаны, они стоят 4000, майка, я не помню сколько. Обычная черная водолазка стоит 1003, юбка стоит 1005, ботинки стоят 20000, гольф, не знаю, рублей 500 может, пальто стоит 1030. 5050. Ну, на самом деле это эксклюзивные плащи Вероника Кальнеус. Это Альберта Феррагамо ткань, и он стоит, кажется, 47. Ну и плащ UT Style, он стоит 10800. Сколько стоит ваш шмот? Очки из Лондона Кожанка Зара. Ремень Волчок, кроссы Adidas Falcon новый. А в сумме, я думаю, что 1015-20, вот так. Получается больше 40. Лямчик есть. Пятнашка. В сумме, может быть, 1060. Думаю, 1080. 70-80 колтово. My heart's beating fast now, I'm about to pass out. Suddenly my brain's letting go and I laugh out loud as my elbows crash into an eyebrow. Thinking what the hell I'm gonna make it somehow. Running to a closed liquor store. Break. А расскажи впечатление. Честно, ожидала чуть более такой космичный, футуристичный. Очень понравилось Contour Fashion последний показ. Очень ярко и с музыкой сочетается. Очень необычно, много чего блестящего и с элементами русской культуры. Я словила очень много мурашек, это просто шок для меня. В принципе, все модели красивые. Сейчас моду я не понимаю. Мне очень понравилось. В этом году действительно атмосфера намного лучше, чем в прошлом, и я еще буду приходить, естественно. Светская очень тусовка. Красивые модели. Мне очень понравилось, потому что я пока не ценитель такой моды, и это было интересным первым погружением в такую моду. It's a rainy night coming late out of the dojo. No lights dark out on the parking lot. Looking for my car, thought I left it here before. Вы одеваетесь? Какие бренды ваши любимые? Levi's, всякие, Tommy Hilfiger. Victoria's Secret, Gucci, Chanel. Ну, мне очень нравится Philip Lane, я люблю сумки, трусарди. Сколько это стоит? Где вы это брали? Зацените, они еще светятся со вспышкой, надеюсь, вам заметно. Это рибоки, футболка от одного киевского бомжа, цацки тоже от тоже моего киевского пса. Шляпа — это Etude Studios. Я люблю надевать ее на голое тело. Я не знаю, что это за бренд, посмотрится она очень-очень сочно. На какой показ ты пришла? Полусвет. Мне не все понравилось, конечно. Некоторые моды я не понимаю. Бывал я почти на всех показах Moscow Fashion Week и в одном из них даже участвовал. Мне больше всего понравилась Докучаева. Я уже хожу на нее вроде бы второй год, и это пока что самый потрясающий просто вот показ для меня. Он мне очень нравится. Показ Бахтина. My heart's beating fast now, I'm about to pass out. Suddenly my brain's letting go and I laugh out loud as my elbows crash into an eyebrow. Thinking what the hell I'm gonna make it somehow. Скажите, какие у вас ощущения, какие эмоции после показа? Мы проводим на самом деле показ не первый раз, это у нас уже шестой показ, поэтому я к этому отношусь как к очередному рабочему трудному дню. Какие у вас ощущения, эмоции после показа? На самом деле это очень необычный был показ. То есть, когда мы идем, погружаемся в такую какую-то атмосферу болотного гламура. Саша, здравствуйте. Скажите, как так получилось, что вы попали на показ самого Игоря Гуляева? Мы работали 3 дня на Mercedes-Benz Fashion Week, вот, и на 4-й день я пришел, вот, примерно вот так вот я и пришел.
И он, короче, меня увидел и говорит: «Саня, ты мне нужен на показе, давай к нам». А ждать ли нам когда-нибудь коллекцию by Митя Фомин? Вот это прекрасный вопрос. Я жду, когда мне кто-нибудь предложит стать креативным директором какой-либо линии. Я могу быть вдохновителем и могу быть креативным директором. Могу быть чьим-то музом. Музом я могу быть легко. Расскажите вообще, как вам атмосфера мероприятия? Атмосфера красоты, мне кажется, какого-то такого общего праздника. It's a rainy night coming late out of the dojo. No lights, dark out on the parking lot. Looking for my car, thought I left it here before. Got a feeling that something ain't right. Moving shadows, see the sound of... Вот такой мы увидели неделю моды Mercedes-Benz. Это была 37-я неделя. Ну что, до встречи!